На нашем празднике гости. Фольклорный театр «Карельская горница» – один из известнейших творческих коллективов Карелии. Лауреат многих международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Руководитель Борис Шустов. Город Петрозаводск. Милая, ловушки не поднимем, я приду.
Команда! Наша команда! Которые бытовали на территории Карелии, были собраны фольклористом Виолой Мальми еще в 60-е годы. И вам были вашему вниманию были представлены Таланпойн Танси, Авдеевская кадриль. А сейчас, пожалуйста, посмотрите еще один номер «Хумахуш», что в переводе означает «головокружительный». Woo!
вручаем диплом участника праздника. Отличного праздничного настроения!